нажимай один раз. Да. Все, он зафиксировался. Ключ там, да, Сер? Все, готово. Все, поехали. Все, а Руслан, тихо, не бей сильно. Нет, сильно не бейте, чтобы по лицу не попали. Аккуратненько, только красоту покажите. У кого телефон звонит? Макс Корж. Телефон проверьте. Какой? Дима, 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 сзади тебя атака. Дима, чек. Обубел. Кто на турниках? Никто. Как никто? Андрей, тебе не стыдно? А? Андрей, или кто это? Серый, кто Андрей? Андрей, тебе не стыдно? Алло, я выхожу. Андрей. Тихо, сильно не бейте. Тихо. Иди сюда, Андрей. Сергей, подойди, пожалуйста. И ответь на мой вопрос ему. Неужели тебе не совестно? Все, сражаемся, парень. Неужели не совестно? А? Ну как так? Мы тебе доверяем, а ты берешь нарушая дисциплину. Я... Что? Я хотел спрыгнуть. Вот ты спрыгнул. А разве я разрешал? Или он разрешал? Или Дарья разрешал тебе спрыгивать? Нет. А почему ты это сделал? Переместитесь на середину. На середку идите. Нехорошо накручать. Ой, ну, баловаться. Стой, давай. Обманываться хорошо. Давай. Давай. Парни, вы дольше цвет меняете. Ну и что? Уже очередь ждет. Андрюха ждет, Серега ждет. Думаю, Милана ждет, или кто там? Артем. Я белый. Артем ждет. Я белый. Руслан, ну куда мы с Димой? Ну-ка, Руслан, да, они обещались, да. Они обещались биться. Давай белый выбирай. Он хоть и зеленый. Дарья, скажи, пожалуйста, время. Я следующий занял. Без 15, ребята, готовимся. Добро? Ну, потихонечку, да. Артем. Или кто там? Не балуйтесь. Вы пока в ожидании сядьте, в шпагате хоть посидите. Там вот такие полезные вещи, да, поделайте. И смотрите, что у нас выполняет здесь два мастера. Шпагатик садитесь, в шпагатике посидите. Молодец, молодец, да, вижу, Артем, да, или кто там у нас на этом, да? Так, молодец, все. Делаем полезные действия. А, ну да, это, ты тогда Артему и скажешь, да, что придут родители и все, чтобы я ему не звонил. Договорились? Дима, смотри, как он против тебя соперник. Дима, соберись. Соберись. Я дальше тебя. Очень опасный соперник. Смотри, соберись, Дима, он очень опасен. Ни спины не поворачивайся к нему. Милан, шпагатик села? Шпагатик, садись, шпагатик и это, да. На турниках не прыгаем, разрешается на петлях. Разрешается на петлях? На турниках не надо делать ничего. Нет, не надо, Руслан, потому что я сейчас не вижу, что вы делаете, поэтому делайте элементы простые. Шпагат, простые, упор лежа, стоечки. А турник не мог? Нет, турник можно просто вис сделать, и все, просто висеть. Подтягивание можно? Подтягивание можно делать, да, но прыгать нельзя. Да это еще не последний, сейчас включу. А можно я потом? Погоди, сейчас посмотрим. Тихо, спокойно. Спокойно. Сейчас сначала, прежде чем потом, сейчас Сергей Сергеевич возьмет два. Сейчас, Дима, перебрасывай. Я с Артемом хочу. Перебрасывай. Перебрасывай меч Сергея. Брось. Оп, молодец, да, давай. Отойди, сейчас он покажет красоту исполнения, и потом он сам определит. Я же тоже хочу. Что, свет убирай? Или ты будешь таком? Два секунды держи. Два моргания. Зажми два моргания. Раз, два. И начинай убирать. И одну секунду там зафиксируй. Помнишь, чтобы зафиксировал цвет? Все с Дашей попрощались? Пока. До свидания. Я посмотреть хочу. Давай, начинай, Серый. Поехали. Простые, с медленного, но быстрого переходишь. Нам надо, как зрителю, увидеть красоту. Дополняешь поясочки, обмахи, троечки, да, включаешь несколько секунд быстрые вращения вокруг себя, вращения над головой. Угу. Связка, безостановочные связки должны идти. Угу.
тебя четыре стороны. Сзади, спереди, слева, справа, да. На четыре стороны должно идти воздействие. Да. Молодцы, только аккуратнее. Все, Дарья, до свидания, да. Аккуратно. Не балуйтесь, ребят, девчат, не балуйтесь. Что там, Милан, ты сидишь на шпагате? Нет, я разминаюсь. Разминаешься, умница? Составьте компанию девочки, садитесь в шпагатик, поразминайтесь. Ну вы что? Я хочу нечаянно. Сейчас, погоди, сейчас. Я тоже хочу. Ну ты покажи, что ты достоин. Ты покажи шпагатик, покажи стремление, покажи свое. Надо же, Руслан, надо постараться, что-нибудь сделай. Да, на петельке можно, конечно, петельки освободите, сделайте. Так, на турниках разрешается подтягиваться и виснуть, спрыгивать нельзя. Руслан, не-не-не, шпагат туда, Руслан, здесь опасно, Руслан, отходи. За линию этого, Руслан, давай туда иди к Милане рядом, или вот где там Андрей, или кто пошел, шпагатик там делайте. Там и видно хорошо, и вы не попадете под обстрел. Вот лицом к лицу сядьте, шпагатик, и друг другу помогайте растягиваться, конечно. Угу. Попробуй, да, попробуй. Может быть, связку такую, знаешь, как барабанные, там такие вот приколы в пальцах покрути. Между пальцев, да. Угу. Ты можешь в один соединить, если быстренько отмотаешь, открутишь. Себе в кармашек там клади, и, может, в один соединишь. Друг другу помогайте, да, если там кто-то просит, помогите друг другу. Тем более, если девочка просит помощи. Угу. Давай. Более прямо, да? Допустим, смотри, ты, вот, хорошо. Допустим, ты открутил, да, вот эту вот запчасть, ну, сейчас. Ее сразу в карман не убираешь, в руке держишь, сразу скрутил, ну, вернее, знаешь, на один виток одел. Потом одной рукой убираешь в карман, а другой рукой начинаешь потихонечку прикручивать. Шпагатик, Артем, шпагатик, петельки, да. Аккуратненько. Руслан, шпагат, братан. Да, вы думаете, я не вижу? Кто там под матами прячется? Зачем? Ну, что это такое? Да я верю. Молодцы. Ну, сядьте в шпагат, вы ночуете до следующего дня, только в шпагате, пожалуйста. Да, они двойные, вы что, не знали, что? Поехали. Это же джедайские мечи, световые. Да, можно, только если вы сейчас покажете свое стремление к занятиям. А пока вы только обманываете, мне это не нравится. Связочку над головой, за спиной, над головой, сверху, за спиной, над головой, за спиной, снизу. Бороться я не разрешал, шпагат разрешал. Можно пресс покачать? Да. Разбейтесь по парам, можете пресс покачать, друг друга поддерживать. Угу. Чтобы ноги у вас хорошо поднимались потом. Попробуй за спиной над головой и за спиной снизу, когда, помнишь, она у тебя по кругу идет. Да, вот снизу ты передаешь, теперь за голову. Да. Вот ко мне лицом повернись, пожалуйста. Вот так пробуй, да. Передал раз, аккуратненько за спинку передал два. Нет, только там, в тех петлях мягких. Да, молодец. Сейчас. Аккуратно, молодец. Дима тоже молодец, Сергей. Что ты говорил, Диман, можно? С двойными покрутить? Ну сейчас, погоди. Сейчас Сергей нам доделает. Дим, шпагат садись. Шпагат, только не здесь. На мат на красный залезай, да? Не балуемся. По очереди, все. У вас сколько много здесь снарядов? Ну что, вы поделить не можете, что ли? Желтую резиночку? Ну возьми не желтую, возьми красную. Шпагатик, молодец, Диман. Тоже шпагатик делать? Милан, аккуратно. Или кто там? А, там не Милан, а там у нас Артем, да? Аккуратно. Вот
Уже можно спать, да? Да. Сейчас, давай, готовься. Сергей Сергеевич, Диману дашь крутануть двумя? Конечно. Аккуратно. Папа, ты их там соедини, чтобы проверено соединение. И аккуратно, Дима. Вот он сейчас тебе красиво передает, а ты красиво возьми. Оп, молодец. Пробуй крутить. Серег, там рядом с ним подсказывай. Дим, по центру вставай. Возьми двумя руками, попробуй просто вот такую восьмерку поделать. Спокойно, медленно. Серый телефон. Я слышу, я перезвоню. Молодец, молодец. Ты можешь как пропеллер у вертолета над головой? Как? Сражаться? Ну ты покрути пока, потом покрути. Ты можешь как пропеллер вертолета над головой покрути. Помнишь, как у вертолета пропеллер? Во, 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 давай, давай над головой. Прям над головой крути, крути. Ты, не, не сам крутись, а их надо раскрутить. Палки, вот. Смотри в отражении, видно тебе, как ты там крутишь? Вот, как вертолет, сейчас, может, даже взлетишь. Давай, только быстро крути. Над головой. Прям. Давай. Тяжело. Сейчас будет, да, по очереди буду. Тихо, 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 спокойно, спокойно. Погоди, Дим, надо покрутить с двумя, потом еще кому-то дашь, кто с двумя ходит. Милана. Тихо, сейчас, Милана, погодите. Ты побороться на мячах хочешь? Ну, так. Это, ну, погоди, пусть они покрутят каждый с двумя, а потом поборемся. Так, Милана, тихо, ребят, стойте, Милана, аккуратно передавай. Давай, тоже по... И, ребят, да... Дальше, тихо, 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 спокойно. Очередь заняли, спокойно. Милана сама сейчас, ну, передаст кому-нибудь, кто, вот умница. Серый, контролируй там, что они это. Шпагат. Умница. Серж, включи один свет ваш там. Ваш свет включи, пожалуйста. Над столом который, да? А то в темноте слишком мы разбаловались. Оп, умница. Милан, давай, не отвлекайся, умница. Все, Сергей Сергеевич, собрались, пожалуйста, ребят. Все, собрались, собрались. Перед собой, умница, хорошо, перед собой, над головой. Можно крутить за спиной, можно покрутить. Ты можешь за спиной вот так вот передать, за спинку. Оп, умница, вот, хорошо, да. 59 минут, одна минутка у вас на шпагат. Умница. Они тебя, короче, прикатывают, да? Да можно-то все, но... Здрасте. Так, Милана, на шпагат. Кто следующий? Сюда, кто следующий? Артем, стоп, Артем, бегом. Милан, передавай Артему, а ты в шпагатик. Тихо, тихо, минут... Один уходит? На той, ну иди пока с Сережей рядом. Да, можно на той, но ты пока к Сергею Сергеевичу рядом подойти. Так, тихо, аккуратно. Сейчас, погоди секунду, пойдем запишемся. Пойдем, пойдем запишемся сейчас. Так, это... Не, мы здесь. А куда вы здесь? Ну, что деньги сдали, надо же записать. Что деньги сдали? Это... Так, я понял, это то, что я сегодня Дарья спрашивал, да? Раз. А у тебя дела? Это, блин, блестяние, зачем? Я не могу, я же не знаю, 250, это как? Ну, это за это занятие. Ага, за это занятие. Так, у меня есть контакт. Дима, а ты напомни, пожалуйста, за какое занятие? За среду и за пятницу. Так. Милана, за вот это число 250, да? Да. Сейчас напишу за одно занятие, получай, наверное, да? За одно. Да, 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 первое. Первопробный у нее был. Ну, да. Ну, я в тот раз, а это здесь не сейчас. Это, я сам с деньгами не, не взаимодействую, просто меня попросили вот записать, а я, если честно, даже ни разу я не записывал. Я не просила, сказала. Так, Дим, это есть 250, Милана. И, Дима, у тебя за два занятия получается, да? Смотри, Артём, ты делаешь один проворот, двойку. Да, можно, можно будет. Перехватываешь вот таким вот образом, делаешь проворот и перехватываешь. Это погоди, это надо... Ты делаешь полный проворот, а получается, на одном положении ты перебираешь, а вот опять перебираешь. Ты делаешь один проворот другой. Вот делай. Там сейчас уже время ходишь, 8 часов родись. Нечестно, по отношению к родителям. Аккуратно, Диман, не щелкнись. За два занятия. Только ты через записал. Чтобы, допустим, одной рукой ты взял с одной стороны, другой возьмешь с другой, чтобы у тебя руки в середине все время были. И середину перехватываешь. Так, Артем.
Артем, ты с кем-то поделишься покрутить, а с Андрюхой поделишься? Я забираю. Ну давай, передай ему красивый. Тихо, стой. Тихо, стойте, не ругайся. Сейчас, ты немножко, Руслан, погоди немножко, где ты? Все, давайте, ребят, время 8 часов, потихоньку давайте одеваться, Руслан пока ждет. Конечно. Только пока одевайтесь, чтобы не замерзнуть. Штаны или не одевайте. Все, пока потихоньку одевайтесь, чтобы не замерзнуть. А мне не холодно. Ну ты-то одетый, ты молодец. Как? Да, Сергей Сергеевич, позови страховку. Подстрахуй его. Да. О, молодец, Андрей, давай, крути, молодец. Ой, не, маленький элемент. Аккуратно, на страховочка один. Аккуратно. Руслан, ты крутить хотел? Я не хочу. Крутить уже не будешь? А? Все, Андрюх, уже все, Диману передавай, например. Давай, вот, молодец, красиво передал. Аккуратно. Плохо. Ребята, по одному элементу и одеваемся. Сейчас я крутить. Сейчас я покручу. Вырубай. Ты помнишь, как они выключаются? Тебе надо на кнопочке нажать 4 секунды. На обе кнопочки. На одну и на другую. 4 секунды и все. Да. Покрутить давай, да, можно. И, ребята, так, тетрадки забрали свои? Сейчас, да. На следующее занятие, молодцы, кто сегодня принес полотенце, на следующее занятие, пожалуйста, принесите полотенце. Да? Опять? Да, и полотенцами каждый день сегодня должны быть. Я завтра принести полотенце? Если, да, в рюкзак, ты с рюкзаком ходишь? В рюкзачок полотенце положи, чтобы было, да. Тихо. Не ругаемся. По одному элементу, Серый, под руки, плечо, живот страхуй. Соском. Ручками вперед к потолку. И раз. Опа, умница. Сейчас, секундочку, погоди, секундочку. А можно я попробую? Покрутить? Ну, я хотел, ты же говорю, я не буду крутить. Иван, давай забираться. Все, Дима. Сейчас. Дима, идем. Дима и Милана, да? Да. Все, вы обоих забираете? Да. Ты ждешь сестру, да? Давай я. Милана, ты тетрадку свою забрала? Давай я тебе. И Димина, да, тетрадка здесь? А тетрадку, да? Творческие элементы и покрутить, да, и все получится. Вот, вот так. Давай, Джордж, а ты меня видишь? А вам родители разрешают на вайберах все быть? Да, да. Инстаграмы, да? Точно? Да. У кого осталась тетрадка одна? Димина. Это не моя. Дима взял свой. Хорошо, разберемся потом. Включаешь? Молодец, Дима. Единственный, кто догадался, что надо выключить, да? Да. Молодец. А ты не меняйся. А что, вот там встанешь? Молодец, Димка. Давай, Петюню. Ты сегодня хорошо себя показал, все, молодец. И Милана, хорошо? Сегодня все себя хорошо показали? Я лучше всех. Все лучше всех. У нас равные среди равных. Вот так правильнее будет. Так, ребята, время заканчиваем. Заканчиваем. Руслан Андреевич. Я чуть-чуть умею. Сейчас. Все, кому до завтра, кому до понедельника. А мне тоже. А
Вот для завтра, да? А завтра что, тоже можно нет, приходить? Нет, конечно. У тебя почему завтра? А что, когда у меня нет тренировки по гребле, я знаю. Ну, а ты не стала знать об этом? Одеваемся. Руслан. Ну потом посмотришь, Руслан. Ну ты же видел уже. Давай, давай, одевайся. А что не включишь? А я как-то сам, да? Так даже поинтереснее. Толком не видать. Ребят, включи свет, пожалуйста. Ребята, девчата, кто-нибудь включи свет, пожалуйста. А мы не с Артем побудут. Он просто сестру ждет. Я понял. Руслан, вы это, ты же помнишь уговор? Вам надо сейчас. Сейчас сестра его тоже приехала. Уже все, она приехала. Я еще здесь не беру. Все, пойдем тогда. Все, давай. Маме позвонить, не кончилось, да? Нет. Я не беру. Я не беру. На следующее занятие еще раз напоминаю. Полотенце. Тетрадь, полотенце. Да, полотенце у меня такого нет. Полотенце толстое ванное. Ну спроси у родителей, мам, есть. Тоненькое порвется полотенце, просто тоненькое порвется. Поэтому надо толстое банное полотенце. Вы не хотите, чтобы порвалось, чтобы родители расстраивались потом? До свидания! На холле подождите. В холле. Ну, внизу, где охранник сидит. Там сестренка зайдет, и вы сразу выбежите. Вещи все забрали, телефоны все забрали. Ярослав тут раз, кажется, когда он Ярослав телефон потерял. Я вчера, что ли? Вчера, что ли, телефон потерял? Нет, вот, нет, будем, да. Вчера а, нет, вчера даже не пришел. Нет, это было в понедельник. Это было в понедельник. Ой, отстань, во вторник. Это было во вторник. Он потерял телефон и, кажется, так и не нашел его. Да, он на лавочках смотрел. Он очень грустный. Он даже здесь в ботинке его смотрел. Чего? Он думал, что он Сереге в ботинке его уродил. Сергей Сергеевич. В ботинке стал телефон. Во всех ботинках? Не во всех, в одном. Он почему-то подумал, что, может, случайно упал. Так бывает, раз нечаянно упал и не заметил. Ну, Татьяна в ботинках искал. Это что за чек? Или что это такое там? Чек какой-то. Давайте я выкину. Если это бумажка, надо выкинуть. 539. Ну, он может что-то вырвал из кармашка. Все, ребята, аккуратнее. Сестренка придет точно, да? Да. Все, аккуратнее. До свидания. До свидания. Да. А то и Максимка сегодня, да, лапать? Сергеевич, который. А. Я не могу. Как так, мытиком дашь? Нет, отсутствие дисциплины вообще конкретная просто. Конкретная. Дисциплины нет никакой. Жесть. Фу, что-то уже устал крутить. Вообще устал уже. Устал, ну ладно, ладно, Серега. Как выводи тогда в этот, если он... А, раскрути, замотай этот... На шлёпку. Да. Я пока маты уберу. И потом переводишь их в режим полностью, полного покоя. Это значит 10 секунд надо подержать. Так, ты можешь завтра, да? Ага.
Что, чай поедем? Попьем? Кофейку поедем, поедем. Пойдем? Это выключился, да? Да, он говорит, end over. Он говорит, конец войны, засмеялся, да, и удачно выключил. Краснов, завтра это, баня будет. Что делаете? Завтра баня будет. ЦСКА вышечет. Ну, я морально буду с вами. Да, мы навряд ли пойдем, что без тебя, зачем без Захара, без Косяна, если уж на воскресенье подумали. Интереснее-то когда это? Все собрались, день рождения, тем более у парней надо отпраздновать. Как, мы уже и так отпраздновали, попраздновали, но это... Закрепить приход весны. Что, одеваешься? Да, сейчас пойду. Ааа, да себе, ох. Вот это меня это. Да я тоже прям это. Что-то прям меня это, что-то это. Здесь я, чувак, я сегодня Волкодава читал. Да. Блин, как он это прям срубает на сон. Я вот после этого, вот, я начал читать сейчас. Залипать начал в два. Вот за весь промежуток вот я ни хрена толком не прочитал. Вот читаю, у меня прям... Вот я час вот так вот прочитал, потом... Приключенческое чтиво. Такого третьего, да. Такая тяжелая глава, это жена ювелира про Улойха. А, да, как они там это, да? Что, занятия кончились? Все, будьте здоровы, скоро весна. Всем до свидания.